Врачи обнаружили в Саратове новую эпидемию. Об этом они заявили на пресс-конференции в областном издании «Московский комсомолец». Специалисты рассказали о появлении в детской группе диагноза «экранная близорукость». Сейчас его ставят трети школьников Саратова. Опасения офтальмологов вызывает и непривычно раннее выявление у маленьких пациентов этого глазного заболевания. Если раньше подобные диагнозы врачи ставили 8-летним пациентам, то теперь близорукость диагностируется у 3-летних детей. По удручающей статистике, только за 9 месяцев текущего года в городской центр охраны зрения детей обратились более 2500 малышей с симптомами так называемой близорукой рефракции глаза. По словам медиков, причина появления у малышей такого диагноза одна – доступность мобильных и компьютерных гаджетов. Формирование зрительного аппарата глаза, аккомодационного, только к 8 годам у детей происходит. И до 8 лет, конечно, никаких планшетов, телефонов и компьютеров быть в жизни ребенка не должно. Маленький ребеночек, он не понимает. У него 15 минут только внимания, которое он может обратить на эту картинку, которая в планшете. Потом он просто на нее смотрит глазом. Глаз напрягается. И аппарат зрительный устает очень. Устает. Целлярная мышца ослабевает. Она практически не работает, спазмируется, и возникает близорукая рефракция.